Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас стихотворение, которое называется «Анестезиология духовная». Оно было написано в 2013 году и посвящено моей музе, ясновидящей Ринальде. Анестезиология духовная вела нас по миру с протянутой рукой, покуда чья-то магия любовная не отняла бессмысленный покой. Мы у судьбы просили снисхождения, и каждый, кто единожды рожден, всю жизнь на стенах клеит объявления, не покидая свой привычный сон. Дай руку, фея светлая, мне надо родиться заново в сияющем твоем огне волос, в воде лучистой взгляда, где существуем только мы вдвоем. Дари мне время для моей работы и для мечты о счастье неземном. Пусть Бог уменьшит лишние заботы, поселит нас в краю родном, одном. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Анестезиология духовная.